Приветствую вас, дорогие друзья. Продолжаем мы прохождение игры European War 5. Играем за гунов. Так, я не помню. Да, надо ход пропускать. Ну и пушки ударили первым, ну давайте. Так, тут не что-то от этого. Да, пошла вторая атака. Так, Ганнибал сюда вот. Все, все атаки отбиты, теперь можно наступать самому. Как только ход дойдет. Так, 1657 монет за ход прибавляется, плюс 35 энергии. Идем на Фукоку. Да, блин, не то я сделал. Ну ладно. Thank you.
В принципе, эту башню до конца можно даже не долбить. Хотя, наверное, все-таки придется. Так, все, здесь город взят. Крепляем Тайвань. Завершаем ход. Рим тем временем постепенно продвигается. Идем далее на Осаку. Так, ага, тут не башни уже вон какие. Ну, потому что это столица. Завершаем ход. Ну что, вот я никак не дойду. Так, плохо, что башни по пинкоду долбят. У него же так хп мало остается. Еще 49 минут. Осталось вот на башне. Если мы ее развалим, то все. Thank you.
Посыпал, взяли. И с Японией сразу же покончено. Так, сейчас посмотрим вообще такую картину. В общем, наша империя вот насколько уже простирается. А в Гуаме-то у меня откуда здесь такие отряды? Здесь вот не нанимал. Странно. Надо завершить ход сначала уже. Завершаем ход. Так, теперь мы перемещаем армию в сторону инков. Завершаем ход. Наверное, в столице еще генерал какого-нибудь. Вот этого, кстати, можно. Завершаем ход. Так, 30-й ход, давайте смотрим статистику. В общем, у нас 35 городов под контролем. У Рима 2, Рим на втором месте, у Персии 15. У инков, кстати, 8 всего городов. Хотя, знаете, к вам смысла нет укреплять. Надо Токио укрепить, это явно. Завершаем ход. Вот так на инков.
Так обстреляли Ганнибала. Два раза причем. Так, продвинулся. Завершаем ход. Так, переход на четвертую эпоху. Деньги у меня есть. И наступаем дальше уже на Лиму. Так, ну все, остался центральный замок. Захватите все. Чуть город будет захвачен. Так, Риму взяли. Конечно, логично дальше идти на Куско. Возможно, столица потом противника перенесет, поэтому не факт, что инков разобьем. Ну ладно, давайте совершаем ход. Инки тут отбивать Риму.
Продолжаем битву. Так вот убили. Пошла вторая атака. Так, вообще, давайте с ним устремляемся на Куско. Такс. Да, город сложноватый, конечно, для штурма. Да, Александр, я поставил, сейчас его обстреляют с двух башен сразу.
Ой, тут еще та башня стреляет. Ну да, с первого раза уничтожить, конечно, инков не получилось. Так, ну на этом я буду серию завершать. Так, в общем, всем пока.